I would like to welcome where I am born and where is my hometown. Maybe that you know that actually Bavaria is one of the most important investors in Russia. And I was happy that I could start already 25 years ago to be one of the first investors in your fantastic country. That we have now almost 200 VIPs from Moscow, from Russia, who come from Switzerland, from Paris, from Prague, and somewhere else to be here in Munich. Make people like you with fantastic brains, not only looking very good, but only have fantastic atmosphere and brains, that they should come together. So this is actually one of the very important things what you organized, that we can do this on our own. So I just would like to wish you a nice day here in Munich. Enjoy the weather, enjoy the Bavarian music, and if you have any wishes, so I'm here now, I'm here in a network which is actually possible for almost everything, like a lot of you do this in Russia and in Moscow. So just go to André, he is my general director in the сообщение. Странно, что раньше такого не было, это давно нужно было, потому что физтехов за границей очень много. Мне пришло приглашение с Физтехсоюза. Это был отличный предлог. Это встреча выпускников. Я думал, признать или не признать, потому что было как-то лениво на самом деле. 20 лет я ждал этого события. Я поступил на физтех в 1970 году. Я был далеко не единственным евреем, кто поступил в тот год. Но меня очень удивило, что здесь собралось огромное количество русскоязычных жителей Германии. Я знаю, что русскоязычные жители Германии – это в основном русские немцы, где-то 5 миллионов, которые не могли поступить на физтех. И евреи, которые тоже не могли поступить на физтех. Я никак не могу взять толк, откуда столько русскоязычных жителей приехало сюда. Добрый день, физтех! Когда я был молодой, а это было в 1970 году, меня мои московские друзья, я киевлянин, я приехал в МФТИ поступать из Киева, научили, что правильно пить пиво надо в парке культуры имени Горького. Потом его называли парк имени отдыха. Ну вот, сегодня есть возможность в Германии, в Мюнхене, практически в таком же парке отдыха, пить хорошее немецкое пиво. Ветер весны зовет, комнатный мир покинул. Очень рад приветствовать вас здесь от имени ФТИ на территории, великой территории Мюнхена, Германии. Считаю первое такое собрание открытым. Когда мы начинали регистрацию, мы думали, соберется на 30-50 человек. Но когда количество регистрации перевелось за 200... Манит в края мечты каждый погожий день. Я сейчас нахожусь в Чехии, а до этого я закончил с отличием PhD в Финляндии. Это был очень интересный и тернистый путь. Сразу я через 2 месяца после выпуска уехал, у меня уже был контракт готов, там никаких проблем не было. Квантовые точки конденсируют состояние нанофизики, нанотехнологии. Работал 7 лет после физтеха в Троицком институте ядерных исследований. Потом ушел из науки, стал программистом и сейчас живу в Германии, в Гамбурге. Пусть запрещают нам петь песню о бригантине. На самом деле физтех очень сильно сейчас меняется, и там вы, если сейчас вот послушаете, поговорите, вы просто удивитесь, даже выпускники последних лет, вот, они удивятся, как физтех меняется в последнее время. Как здесь открываются новые лаборатории, наука из базовых кафедр перемещается на МФТИ, более 80 уже лабораторий открыто за последние там 2 года. Пусть идиоты твердят, что не нужна сирень. Вот, многие из них уникальные в генетике, в биофизике. Глобальный наш реюнион каждый ноябрь организуем, который посвящен день рождения физтеха. Это конференция выпускников МФТИ. В этом году будет 23 ноября. Юность берет свое, даже в разгаре сессии. В прошлом году мы собрали 1500 выпускников, в этом году соберем, наверное, больше, около 2000. Да, и мы хотим, чтобы вы во все втянулись в взаимодействие с МФТИ. Те, кто работает в науке, чтобы читали там лекции, приезжали, проводили мастер-классы. Те, кто работает в корпорации, проводили бы исследования, разработки. Даже когда домой, некогда написать.
сад. Мы делаем визикулы с собранными белками. Мембране и... Так, господа, идет борьба с шумом. Чуть попозже можно? Да, вот, и мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся понять, как белок встраивается в липидный бесслойный первых бактерий. То есть, как происходит процесс интеграции. У меня задача больше физики, потому что у нас довольно много вот методов, где нужно вот именно, допустим, знание в оптике и в электрофизиологии. У нас университет имени Иоганна Кеплера. Я выпустился не так давно. Сейчас я делаю аспирантуру здесь, в Мюнхене, в Максипланке. Снятся усталым парням сказочные принцессы. Это у нас первая встреча такого рода, но она не последняя. Мы будем проводить их регулярно. Будем проводить их два раза в год. И мы можем менять разные города Европы в качестве мест проведения. Сила физтехов в нашем нетворкинге. Дамы и господа, помните девиз физтеха? Кто помнит? Сапере ауда. Итак, за сообщество физтехов в Европе и в мире. Сапере ауда. Ура! 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 Синие дали мои, алые паруса. Заведение, в котором я работаю, называется очень просто. По-немецки его называют SAP, а по-русски звучит SAP, город Мюнхен. Деятельность спер девелопер, старший инженер, будем говорить так. Я из Казани, я живу около Женевы, работаю в швейцарском банке, так что вот я как бы не самый типичный физтех. Тоже работаю в швейцарском банке программистом, но в Польше. Пересекал польскую границу, ну и как там Польша после физтеха? Ну просто спокойный город. Нет, ну все-таки Польша несколько нестандартная страна. Стандартная, да. Белый корабль мечты, синие волны пени. Особое движение пошло в 2017 году, когда пошли новые программы по Арктике. Это отдельное постановление президента Российской Федерации Путина по физтеху и Бауманке, только по двум институтам. Пошла программа по искусственному интеллекту, пошли там другие программы. И на сегодняшний день мы действительно стали университетом исследовательским больше, чем университетом как подготовка кадров. Опытный рулевой держит в руках штурвал. Я живу в Йене, работаю на ферме Carl Zeiss, рассчитываю оптику, микроскопы, объективы, фотообъективы, различные искусственные хрусталики. В общем, достаточно широкий спектр различных оптических задач, которые я решаю. Сотрудник Института космических исследований Австрийской академии наук в Грации. Это неподалеку, 4 часа езды от Мюнхена. Был очень рад приехать. Я работаю в Юлихе при Сёч-центре. Ocean Center Юлих. Исследовательский центр Юлиха называется. Если обманет судьба, если любовь изменит. За последние 4 года бюджет физтеха вырос в 1,5 раза. И сейчас мы хотим, чтобы наши выпускники имели компетенции не только в области науки, но и могли работать с рынком, могли реализовывать различные предпринимательские проекты. В ближайшее время мы будем заниматься организацией технологического центра, который будет иметь определенные льготы, то есть мы хотим сделать аналог Кремниевой долины. И надеемся, что это поможет нам сохранить лучших выпускников, позволит многих из вас привлечь обратно на родину и позволит нам реализовывать различные коммерческие проекты. Статус выпускника физтеха это значительно поднимет, потому что компетенции будут просто уникальные. Конечно, у нас нет опыта в строительстве технологической долины, и мы рассчитываем прежде всего на вас, что вы поможете своим опытом, своими знаниями развить нам этот проект. Ждут нас еще впереди новые острова. Компьютерными сетями, где платят, там и занимаются. Я живу в Мюнхене, сейчас занимаюсь Big Data, так называемыми большими данными. И был очень удивлен, что, оказывается, на физтехе теперь есть факультет МИФС, если я не ошибаюсь, который занимается, например, этими же. Приятно удивлен, что этот физтех очень сильно модернизируется и идет в ногу со временем. Хотя, конечно, не совсем понял, зачем нужно было перетаскивать лаборатории баз на физтех, но, наверное, какие-то есть этому причины. Потому что базы маленькие, и они уплотняются. Я, конечно, может быть, давно уехал из России 19 лет назад, но в свое время моя база была ИТФ, и я что-то слаб себе представляю, что ИТФ там. Насколько я знаю, люди все так же продолжают ездить это в ЦЕРН и участвовать в их разработках. Может быть, мы действительно будем делать
проекты в будущем. Посмотрим. Меня зовут Артур, я работаю в квантовой оптике общества Макса Планка здесь, в Мюнхене, на севере. Вот, а мне просто прислали друзья, что будет MIPT Union. Это хорошее дело, надо продолжать. Не прислала, да. Нетворкинг, вот он нетворкинг. Я никому не прислал, поэтому цепочка оборвалась на мне. Пустим в лицо ветра, дуют порывом грубы. Физтех Союз — это организация, сделанная выпускниками для того, чтобы развивать физтех. Эта идея родилась в начале у 3-5 физтехов, которые уже где-то 45 плюс по возрасту сделали бизнес и стали думать о том, что какое наследие, чем можно помочь физтеху, что можно сделать полезного. Вначале делали разные большие проекты, типа развития биофарм направления на физтехе, появление технопарка, физтехпарк, развитие физтех-лицея, улучшение его инфраструктуры. После этого решили, что не только большие проекты важны, но важны любые средние и маленькие дела, которые могут сделать выпускники. Каждый из вас, я уверен, в чем-то является крут и готов что-то сделать совместное. Самые маленькие инициативы, средние, любые, которые, главное, интересны вам, наша задача как организации – помочь вам эти инициативы сделать вместе с физтехом. Это может быть курс лекций, это может быть шеринг своего нетворкинга, если кто-то из физтеха приехал в Германию, в Мюнхен, хочет здесь делать бизнес или академические связи развивать, вы можете поделиться своим нетворкингом. Это может быть организация различных мероприятий, спортивных, научных, социальных. Это может быть менторство для студентов, очень важная история. Сейчас студенты все начинают думать, вот я учусь, а что дальше, куда пойти работать? В чем отличие работать в одной отрасли, в другой, в третьей? И они были бы очень рады, если бы вы добавились в нашу базу менторов, и студенты могли бы час вашего времени в месяц тратить, поскайпиться с вами, позадавать разные вопросы. Я думаю, вы сами представляете, когда вы были студентами, как было бы ценно поговорить с этими потенциальными теми, кем ты можешь стать через 5-10 лет и понять, куда тебе лучше идти. Вот, если у вас любые идеи есть, что можно сделать совместно и чем готовы были бы вы посотрудничать, я здесь тоже буду до упора. И кроме того, мы для вас сегодня проведем небольшую викторину. Наши американские физтехи на встрече в Кремниевой долине придумали крутые вопросы про то, там, как вы помните физтех, небольшая развлекательная викторина. Черные цепи гор станут на их пути. С радостью приехали из Праги. Я работаю в JetBrains в IT. Живу во Франкфурте на Майне. Если бы не физтех, я бы туда не переехал. Работаю в банковском консалтинге. Устроился работать в компанию PwC в России после физтеха. Проработав там 3 года, уехал в командировку во Франкфурт. Всем советую поступать и учиться на физтехе. И заканчивать его. Спасибо. Смелые всюду пройду, стиснув прямо зубы. Физтехи, физтешки, физтешата и сочувствующие. Сейчас будет большая викторина про физтех. Если вы хотите в нее играть, пожалуйста, расположитесь поближе ко мне, чтобы меня слышать. Если вы не хотите в нее играть, пожалуйста, идите подальше от меня, чтобы те, кто хотят, могли сюда расположиться. Играть будем по столам. Стол, который выиграл, получит пиво сейчас или майки через 2 недели. В команде не больше 8 человек. Знаю, что счастье ждет, и ни к чему грустить. Но я очень счастлив, что я здесь побывал. Такая огромная концентрация интеллекта планетарного в одном пивбаре. Я очень счастлив, что увидел здесь умные глаза. Хочу воспользоваться случаем, чтобы передать привет своему хорошему товарищу по общежитию, который на год старше меня, Володе Овчинкин. Мише Данилевичу, он в Долгопрудном работает вроде еще. Ну и всем, кого я знаю. Я живу в Киеве, работаю между Киевом и Италией. С наукой расстался, когда развалился СССР, но как-то удается существовать. Когда я прочитал о таком событии, что в Германии собираются выпускники, я не мог пройти мимо, потому что для моего поколения вообще за границей это была за границей. Мы все были, вы знаете, в каком режиме работы с документами. Тут в соседнюю Польшу нельзя было поехать. Сейчас спокойно все путешествуют, и когда я обнаружил, что 200 человек, причем большая часть из них работает в науке и работает за рубежом, я понял, что Россия, кроме нефти, может экспортировать мозги. Боится гроз, кто с ураганом спорит? Именем какого физтеха
назван один из самых знаменитых процессоров в истории. Пентковский, это правильный ответ, а процессор это Pentium, назван в честь физтеха Владимира Пентковского, работавшего в Интеле и умершего в 2012 году. Назовите всех физтехов, которые занимали посты министров последние 15 лет. Климкин. Климкин. Это команда правильно назвала Климкина, но есть еще один, кто... Ну, если бы это не было на запись, я бы сказал другие слова. За науку, за физтех. Спасибо Долгопрудному. Кто полюбил паруса в синем тумане моря, то навсегда сохрани в сердце свое весну. Юность берет свое даже в разгаре сессии, даже когда домой некогда написать. Снятся усталым парням сказочные принцессы, синие дали мои алые паруса. Снятся усталым парням сказочные принцессы, синие дали морей.